Добрый день, дорогие друзья! Я вас всех приветствую на своем канале. И это четвертая часть по вязанию нашей прямоугольной скатерти. Сопоставив рисуночек, я увидела, ну, нашу схему, я увидела, что немножко она отличается от нашего первого, от нашей первой части. И повторение будет идти вторая и третья часть. Поэтому, вернее, третья и четвертая часть у нас будет повторяться. Поэтому мы сейчас продолжим наше вязание. Закончили мы с вами вот на этом этапе. И приступаем к 25 ряду. Здесь мы должны, как обычно, провязать 3 воздушных петли, затем вот под столбик под наш, ну, нам нужно провязать 2 столбика. Итого у нас в целом получается 3. Далее 2 воздушных петли. Вот под соседнюю цепочку мы провязываем 2 столбика. Три воздушных петли. 1, 2, 3. Еще 2 столбика. И под нашу следующую вот цепочку провязываем 7 столбиков с одним накидом. В принципе, рисунок повторяется. Единственное, что у нас здесь немножко отличается по воздушным петлям. 3, 4, 5. 6, 7. Далее 2 воздушных петли. И вот под эту цепочку мы провязываем в начале 2 столбика. Затем 3 воздушных петли. И еще раз 2 столбика. Нет, у нас 3 воздушных петли. Две воздушных петли. И дальше у нас идет 7 столбиков с одним накидом. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Дальше у нас опять идет 2 воздушных петли. Затем 2 столбика, 3 воздушных петли, 2 столбика, 2 воздушных петли, сюда провязываем 7 столбиков. То есть идет уже повторение. Дойдете до нашего уголка, в уголке, вот в этом месте. Вначале вы вяжете 2 воздушных петли. Вот там, где у нас была одна петля воздушная, вы вяжете 2. Затем вступаете под нашу цепочку и провязываете в начале 3 столбика с одним накидом.
Затем 5 воздушных петель, еще раз 3 столбика с одним накидом. Затем 1 воздушная петля. Сюда провязываете 2 столбика с одним накидом, 3 воздушных петли, 2 столбика. Здесь уже пошло 2 воздушных петли, сюда 7 столбиков, 2 воздушных петли, 2 столбика, 3 воздушных петли, 2 столбика и так далее. Вяжите до конца ряда. Итак, довязали до конца ряда, сделали 2 воздушных петли. Вступаем под ту же цепочку, где у нас вязалось начало. Провязываем 3 воздушных петли. 1, 2, 2 воздушных петли. Находим третью петлю подъема. И вывязываем столбик с одним накидом. И опять мы находимся на вершинке нашей цепочки, в серединке нашей цепочки. Далее делаем 1, 2, 3. И четвертая петля, эта петля будет между столбиками. И под нашу цепочку мы провязываем 1 столбик. Дальше в каждый столбик по столбику. Один, два, три. Вот у нас должно получиться. Я неправильно вам сказала. Здесь у нас воздушные петли идут между столбиками. Столбик вот провязали, второй воздушная петля. Столбик провязали, воздушная петля. Столбик провязали, воздушная петля. Столбик провязали, воздушная петля. 1. Здесь вот обращаю ваше внимание, здесь у нас было 2, а здесь у нас 1 петля. И затем сюда мы опять провязываем по цепочку 2 столбика, далее 1, 2, 3 и еще 2 столбика. Далее у нас 1 воздушная петля. Здесь у нас из каждого столбика мы провязываем столбик, затем делаем воздушную петлю и затем опять столбик. Воздушная петля, затем опять столбик. Воздушная петля, столбик. Таких столбиков у нас должно быть 7. Здесь опять воздушная петля. Здесь мы опять вступаем 2 столбика, 3 воздушных петли, 2 столбика, воздушная петля. Здесь опять столбик, воздушная петля. Таким образом мы вяжем до нашего поворота. Итак, дошли до поворота. Вот здесь мы сделали воздушную петлю. И вот где у нас 3 столбика, здесь нам нужно в каждый столбик провязать по столбику и петлю между ними. Воздушную петлю. Мы провязали 3. Теперь по цепочку нам нужно провязать 5. 1.
и воздушная петля между ними обязательно. 2, 3, 4, 5, и затем опять под каждый столбик или из каждого столбика тоже петля. Вначале столбик, потом воздушная петля, столбик, воздушная петля. Всего у нас должно получиться 10 столбиков. Сейчас мы посмотрим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. У меня почему-то 11. Сейчас я посчитаю здесь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Нет, там 9. Значит, получается, что вот здесь, наверное, нужно 4. Да, 4. Под цепочку нам нужно 4 провязать, а не 5. 1, 2, 3, 4. 4. Вяжу с вами онлайн, поэтому иногда, вот видите, я ошибаюсь. Но я думаю, что вы меня простите. Главное нам связать правильно. 3, 6, 9, 10. Все правильно теперь у нас. А дальше опять воздушная петля и вновь 2 столбика, 3 воздушных петли. Два столбика. Воздушная петля. И здесь из каждого столбика по столбику воздушная петля между ними. И должно у нас получаться вот так. Мне очень нравится, что у нас получается. Я уже, конечно, не могу показать, она у меня очень большая уже получается, но мне очень нравится то, что у нас с вами получается. Итак, вяжем до конца ряда. Ну что ж, довязали до конца ряда. И здесь мы делаем одну воздушную петлю и соединяемся с нашей третьей петлей подъема. Вот соединились мы. Дальше возвращаемся, вот как мы уже делали с вами, переворачиваем наше изделие на изнаночную сторону, находим нашу воздушную петлю и под ней соединяемся столбиком соединительным или петлей соединительной. Затем разворачиваемся, нашу ниточку делаем вот так вот и вяжем 3 воздушных петли. Затем из-под следующей воздушной петли мы вывязываем столбик с одним накидываем, 1, и сюда же вывязываем еще 1. Затем из столбика вывязываем столбик, из последующего столбика вывязываем столбик, из столбика вывязываем столбик, вот здесь из-под воздушной петли, здесь из-под столбика, здесь из-под воздушной петли вывязываем. Смотрим, сколько у нас здесь получается. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, правильно. Дальше мы делаем одну воздушную петлю
И вступая под последнюю воздушную петлю, делаем один недовязанный столбик, второй недовязанный столбик, третий, и затем провязываем одной петлей и сформировали шишечку. Вот. Здесь мы вот пока считаем 6 столбиков, не считая вот эти воздушные петли. Это я акцентирую ваше внимание на это. Дальше. Воздушная петля и затем 2 столбика с одним накидом под следующую цепочку. 3 воздушных петли, опять 2 столбика с одним накидом под следующую цепочку. 1 воздушная петля. И опять мы вяжем шишечку. Это мы уже все с вами умеем делать. Здесь я уже повторяться не буду. Воздушная петля. И из последующей воздушной петли столбик. Здесь у нас из-под вершинки столбик, дальше из-под воздушной петли, далее столбик, далее из-под воздушной петли столбик, воздушная петля. Смотрим, сколько у нас здесь получилось. Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Где-то я сделала ошибку. Должно у нас получиться 1, 2, 3, 4, 5, 6. Из-под последней должно получиться 7. Здесь у меня 3, 7. Сейчас я посмотрю, где я ошиблась. Вроде как и нигде. А все правильно, 7 должно быть. Вот я считать разучилась. Вот, 7. Здесь воздушная петля. И сюда под последнюю воздушную петлю между столбиками, которые у нас, делаем нашу шишечку. Еще раз повторюсь, что столбиков должно быть 7. Здесь у нас между шишечками столбиков должно быть 7. Здесь у нас воздушная петля, здесь у нас 2 столбика, 3 воздушных петли, 2 столбика. А дальше у нас вяжется аналогично тому, как я уже сказала, воздушная петля, здесь шишечка, 7 столбиков, уже знаем, как вязать. До поворота дойдете, дальше я вам расскажу, как дальше мы на повороте будем вязать. Итак, мы вот дошли до поворота. Нам теперь нужно из-под первой цепочки, которая у нас из одной воздушной петли, вывязать шишечку. Воздушная петля, затем под следующий мы вывязываем столбик, теперь из столбика столбик, из под следующего столбика мы вывязываем столбик. Далее из следующего из-под цепочки, из следующего и из-под следующей цепочки тоже. Далее 1, 2,
3. Сюда же мы еще раз провязываем столбик. Столбик провязываем столбик. Вот я обращаю ваше внимание, что из-под вот центральной, видите, у нас как бы центральной воздушной петли мы вывязываем столбик, 3 воздушных петли и столбик. Далее, как мы уже вязали столбик из-под воздушной, столбик из-под столбика, из-под воздушной, из-под вершинки столбика, из-под воздушной. Считаем, сколько у нас здесь получается. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все у нас правильно. Воздушная петля и формируем шишечку. Воздушная петля, ну а здесь вы уже знаете, как дальше вязать. И вот, что у нас должно получиться в итоге. Вот такой у нас уголок. Вот что у меня получается. Видите, у меня красиво, как смотрится белое сочетание с красным. И я сделаю вот этот ряд. И вот такой ряд сделаю белым. Потом опять начну вязать красным. Будет у меня супер красивая скатерть. Ну что, вяжем до конца ряда. Ну вот, я довязала до конца ряда. Ну и если вы, наверное, догадались, у нас здесь заканчивается одной воздушной петлей и столбиком с одним накидом. Которым мы, как всегда, вступаем в третью воздушную петлю и соединяем, вывязываем опять 3 столбика, вернее 3 воздушных петли, и теперь мы вступаем, не довязываем, вступаем, не довязываем. И формируем нашу шишечку вот в этом месте. Затем воздушная петля. И теперь мы, вступая вот таким образом, то есть у нас теперь мы должны вывязать 5 столбиков. Вот этот пропускаем. Вот вершинку следующего вступаем. Я неправильно вступила. Вот сюда вершинку, чтобы у нас было красиво. Далее второй. Далее третий. Ну, это вот мы уже с вами таким образом вязали. Здесь вот единственная разница, это в уголках и в воздушных петлях. Здесь у нас должно получиться сейчас 5 столбиков. Вот у нас получилось 5 столбиков. Воздушная петля. Вот сюда под эту воздушную петлю вступаем, формируем шишечку. Вот здесь теперь у нас уже идет 2 воздушных петли и вновь идет у нас все по рисунку, только теперь у нас везде будут идти, до этого шла 1 воздушная петля, а теперь будет идти 2 воздушных петли. Здесь, когда вы дойдете до уголочка, вот в этом месте вы сформируете
шишечку, и между шишечками у нас будет вот здесь шишечка, и между шишечками будет 5 воздушных петель. Все остальное мы вяжем, как и вязали. Вяжем до конца ряда. Вот мы добрались до конца ряда. И в конце ряда провязали шишечку под нашу цепочку. И сделали 2 воздушных петли и соединились столбиком с одним накидом в третью петлю подъема. Как мы это уже делали неоднократно. Далее мы вновь делаем 1, 2, 3. Сюда же под наш столбик делаем еще один столбик рядом с нашими с петлями подъема. 3 воздушных петли, 1, 2, 3. И вяжем нашу цепочку. Вернее, нашу шишечку. Шишечку вяжем нашу. Воздушная петля. Теперь уже у нас должно получаться 3 столбика в нашем ананасике. Воздушная петля, опять шишечка. Один недовязанный, второй и третий. 1, 2, 3. Здесь у нас мы вяжем как обычно. 2 столбика, 3 воздушных петли, 2 столбика. Три воздушных петли. Вот мы теперь вместо 2 петель, вот мы провязывали здесь 2 петли воздушных, здесь сейчас будет 3 воздушных петли. И мы опять вяжем шишечку под нашу первую воздушную петлю, воздушная петля. И дальше мы везде вяжем, как я сейчас только показала, только везде, здесь вместо 2, 3 воздушных петли. Когда вы дойдете до уголка, здесь у нас будет вот здесь вы шишечку свяжете, 3 воздушных петли, и под цепочку из 5 воздушных петель провяжете 2 столбика с одним накидом, 3 воздушных петли, нет, 5 воздушных петель, 5 воздушных петель, 2 столбика с одним накидом и опять 3 воздушных петли и шишечка. Еще раз повторю. Вот здесь провязали шишечку, 3 воздушных петли, 2 столбика с одним накидом, 5 воздушных петель, 2 столбика с одним накидом, 3 воздушных петли и опять вяжете шишечку. И дальше опять вяжете по рисунку, как я вам объяснила. Здесь уже ничего сложного нет. Вот у меня получаются такие симпатичные ананасики. Вяжите до конца ряда. И вновь мы довязали очередной ряд. И теперь, как и прежде, мы делаем 2 воздушных петли и в третью петлю подъема соединяемся столбиком с одним накидом. Далее мы вновь делаем 1, 2, 3. Затем сюда же еще один столбик. 1, 2, 3. И сюда же еще делаем 2 столбика.
Это у нас уже 30 ряд. И здесь мы делаем уже 4 воздушных петли. И затем продолжаем вязать нашу шишечку в начале. И уже вяжем один столбик. И вновь шишечка. Тык. Вот. Здесь опять 1, 2, 3, 4. И все остальное идет аналогично тому, что я уже вам сказала. 1, 2, 3. 1, 2. И здесь у нас опять 4 воздушных петли. Теперь у нас уже 4 воздушных петли мы вяжем. Вот между нашими ананасиками. Когда вы дойдете до нашего уголочка, вначале вяжите здесь шишечку, затем 4 воздушных петли, после шишечки провязываете, затем 2 столбика, 3 воздушных петли, 2 столбика, затем 5 воздушных петель, и сюда же 2 столбика, 3 воздушных петли, 2 столбика, затем 4 воздушных петли, сюда шишечка, и пошли вязать аналогично тому, как мы уже с вами вязали. Вот что у нас получается. Красявка. Вяжем до конца ряда. Вот мы вновь подошли к концу ряда. Здесь мы соединяемся так же, как мы в предыдущем ряду соединялись. То есть делаем 2 воздушных петли и столбиком с одним накидом соединяемся. Дальше 1, 2, 3 и 1, 2, 3, то есть 6 воздушных петель. Затем под первую цепочку мы делаем 2 столбика, 1, 2, 3 и еще 2 столбика. Ну, то есть я здесь много нового вам ничего не говорю. Единственное, что тут, я же говорю, немножко там в воздушных петлях были изменения. Теперь мы делаем 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 воздушных петель. И... вот опять вступаем под нашу цепочку, под первую, там где пышный столбик, делаем пышный столбик. Далее воздушная петля под вторую цепочку. Это мы уже все умеем делать. Нет, вот здесь еще у нас 5 воздушных петель, а не 6. Немножко не туда заехала. У нас же в предыдущем ряду было 4, значит здесь у нас 5. Извиняюсь. 1, 2, 3, 4, 5. И теперь вот. То есть у нас сейчас везде будет по 5 воздушных петель. Там, где мы провязываем воздушные петли. Главное вовремя исправить себя,
чтобы много не провязать, как у меня уже было. Ну, видите, вставочку беленькую из этого сделала. Далее 1, 2, 3, 4, 5. И все далее уже вы вяжете так, как мы уже вязали. 2 воздушных петли, 3, 2 столбика, 3 воздушных петли, 2 столбика, 1, 2, 3, 4, 5. Здесь вы вяжете одну шишечку, воздушная петля, вторую. Здесь 6 воздушных петель и так далее. Доходим до поворота. И на повороте здесь вот у нас 5 воздушных петель. Здесь вы провязываете 2 столбика, 3 воздушных петли, 2 столбика. Здесь у нас идет 3 воздушных петли. Под цепочку мы провязываем 1 столбик, 5 воздушных петель и 1 столбик. Дальше 3 воздушных петли. И далее уже тут 2 столбика, 3 воздушных петли, 2 столбика, 5 воздушных петель, наши шишечки. В общем, здесь уже все понятно. Вяжем до конца ряда. Ну вот, очередной ряд побежден. Провязали 5 воздушных петель. Да что ты, не могу попасть-то. Так, и делаем столбик под цепочку. Опять делаем 2 воздушных петли и столбиком с одним накидом соединяемся в третью петлю подъема, как мы это обычно и делаем. Так, сейчас я вот так вот. Затем опять мы, как обычно, делаем 3 воздушных петли. Рядом у нас еще один столбик. Так, сколько я здесь сделала? Что-то. Вот у нас 3 воздушных петли. Камера что-то у меня прыгает туда-сюда. Из-за этого я не вижу, не попадаю. Простите уж меня. Резкость прыгает туда-сюда. Вот столбик рядом. 1, 2, 3. Далее мы вяжем по рисунку, как мы вязали. 2 столбика, 1, 2, 3, еще 2 столбика. Далее у нас уже идет 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И вступая вот между нашими пышными столбиками, опять делаем пышный столбик. На этом наш ананасик будет завершен. Далее 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Здесь опять по рисунку. Здесь 6. Пышный столбик. Смотрим, как мы будем вязать на уголке. На уголке мы здесь провязываем по рисунку. Затем делаем 3 воздушных петли. И вот под эту нашу цепочку провязываем 2 столбика, 5 воздушных петель и 2 столбика. Далее опять 3 воздушных петли
вяжем по рисунку. Видите, мне придется... Нет, все нормально. Здесь у нас... Вот вступаем сюда. Здесь 6 воздушных петель. Здесь между пышный столбик, 6 воздушных петель и так далее. То есть здесь ничего, трудностей нет. Единственное, что мы вот предыдущий один столбик провязывали по одному, а здесь будем провязывать по два. Все очень просто. Вяжем до конца ряда. Итак, дошли до конца ряда. Теперь мы вновь делаем 2 воздушных петли и соединяемся в третью петлю подъема. Таким образом, мы опять очутились на вершинке нашей цепочки. Далее 1, 2, 3, еще 1, 2, 3 и 2 столбика под цепочку. Ну а теперь у нас уже идет повторение, потому что уже здесь я вам абсолютно ничего нового не скажу. Ну, я сейчас вам еще этот ряд покажу, а дальше вы будете уже самостоятельно вязать, потому что дальше уже это, я же говорю, будет повторение. 1, 2, 3, 4, 5. Здесь у нас было 3, а здесь у нас уже 5. И вновь мы вяжем под нашу цепочку по рисунку, как мы уже вязали. То есть 3, 2 столбика, 3 воздушных петли и 2 столбика. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12, 13. И соединяемся опять под нашу цепочку. Делаем 2 столбика, 3 воздушных петли и 2 столбика. И далее опять 13 воздушных петель. И таким образом мы вяжем до конца ряда. В конце ряда, вот в этом месте, мы провязываем 2 столбика, 3 воздушных петли, 2 столбика, 3 воздушных петли и 2 столбика. То есть под цепочку мы провязываем, еще раз повторюсь, 2 столбика, 3 воздушных петли, 2 столбика, 3 воздушных петли и 2 столбика. Здесь, где у нас 3 было воздушных петли, мы провязываем 5. Ну и, в общем-то, на этом это мое видео будет закончено. Да и вообще, мастер-класс по вязанию данной скатерти как бы будет закончен. Еще выйдет видео тогда, когда я ее довяжу, эту скатерть. Единственное, что хочу еще сказать. После того, как вы провяжете этот ряд, вот этот ряд, вы начнете вязать, я сейчас вам скажу, с какого ряда. Так. Это у нас будет так. 14, 13, с 12 ряда. С 12 ряда вам нужно будет вязать вновь. Идет повторение нашего узора. Ну, если вы внимательно посмотрите на схему и на наш рисунок, то вы поймете, это у нас будет сейчас повторяться
наше третье и четвертое видео. Вот попеременно. Так что вывяжите на определенный размер вашей скатерти, какой у вас получится. И затем, после того, как вы свяжете, вы сможете выбрать любую обвязку. В данном случае очень тоже легкая обвязка. Я как бы не знаю, стоит ли ее потом показывать. Ну, в принципе, вы можете написать в комментариях. Я всегда вам отвечу на ваши вопросы и смогу вам помочь. Ну, в принципе, вот и все. Все видео. Весь мастер-класс. А на этом я заканчиваю. Если вы вяжете со мной и вам нравится то, что я вам здесь показываю, объясняю и так далее, и вы хотите продолжение, ставьте пальчики вверх, делитесь с друзьями, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч, до новых видео. А с вами была Ирина.